Yeah. Да. Ты собирался мне перезвонить? Sorry. Правильно, прости. Итак, отпечаток пальца со станции метро и след ботинка не кукольника. Это другой парень. Так это палач? Подозрительно. Не похоже на почерк палача. Подумай об этом. Последнее убийство в каждом из твоих дел оказывалось таким же, как и предыдущее. Этот парень убивает убийц тем же способом, которым они убивали своих жертв. Он как убийца убийц. Серийный убийца X. Не из твоего списка дел. Так этот серийный убийца X убивает серийных убийц. Он убивает их, используя их же методы. Если палач все еще на свободе, что у нас на него? Довольно отвратительные вещи. Он любит похищать людей, мучить их ради веселья, затем он отпускает их и охотится на них. Его цель — это доведение людей до самоубийства, так что фактически он не совершает убийство. К чему катится этот город? Мне нужно найти палача и спасти его задницу, чтобы его не убил новый убийца. Такова жизнь агента. Да, но вообще-то я теперь не агент. Прости. Смотри, как ты понимаешь, я не могу достать для тебя досье из бюро на палача, но мы можем найти общественную информацию, и у меня есть еще кое-что, что ты должен увидеть. Хорошо. Но мне слишком опасно приходить в бюро. Можешь встретить меня в городской библиотеке? Знаешь, там раньше был пожар. Все закрыли на ремонт. Точно. Там бардак, но должен быть хотя бы один рабочий терминал или два, и никто не узнает. Ты можешь там со мной встретиться через 15 минут? Я буду там. Итак, встретиться с Розой в городской библиотеке. Оружия у нас опять нет. Вот это получше будет. Так. Коповские вертушки. За шорох. А чё ты бросил-то, арматурину? Держи. Больно, да? Оп. Да стой ты на месте, ты куда побежал-то? Получи. Получи и распишись. Ух ты, аж две штуки. Клёво, клёво. Дверца шкафчика. Не нужно нам это. Ух ты. Ты все бежишь-то. Что-то носится, носится. Что-то в одном месте столько птиц. Много. Здесь пусто. А здесь что у нас? Аптечка. Отлично. Экс. Вы нашли серебряный значок детектива. Ух ты. Столько всего, блин. Птичек-то здесь больше нету. Закрыто. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нифига себе! Неожиданно, неожиданно. Сюда иди. Чё-то в одном месте слишком много. Действие. Еще один. На тебе. Их рожа мне постоянно напоминает какого-то... Ух ты, револьвер. Какого-то, не знаю, там, снежного человека. 5 патронов, отлично. Снежного человека или с этого... Со Звездных войн. Чувака.
это ружье, ружье, ружье. Жесть. Так, попал, выстрелил в меня все-таки. Четыре патрона, это нормально. Мы получаем сообщение о вспышках насилия рядом с твоим текущим местонахождением. Черт, и это значит копы? Тебе нужно убираться оттуда, к черту. Окей, я тебя понял. Убежал такой. Так, отлично. Что там творится? Жесткач какой-то, как птичка. Так, спрыгнуть на матрас, отличная идея. Воу-воу-воу. Два патрона еще. Там, кстати, пушки лежат, ментовские. Как бы туда попасть? Было бы очень кстати туда попасть. Да чтоб тебя. Птички. Патрульная машина уже в пути и примут силу. Воу, 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 воу. Ух ты, нифига вас тут. Ребята, вас слишком много. Слишком, слишком. Давайте, давайте, разбирайтесь между собой, разбирайтесь. Просто жесть какая-то. Отлично. О, еще один. Да получи. А так тебе. С ружьем выбежал. Лучше. Свалил. Фу. Фу-фу-фу-фу. Он свалил. Так, укройтесь, прятавшись в мусоросборнике. Мусоросборник. Воу-воу-воу. Свалил. Ай-яй-яй-яй-яй. Я на американские горки не подписывался. Свалил. Черт. Что это, черт возьми, было?
Томас, я в библиотеке, где ты? Роза, тихо. Эй, Смитти, Джонсон, подождите. Роза, ты все еще там? Очень немногие люди могут сказать мне, чтобы я заткнулся и избежать неприятностей. Извини, я буду там через несколько минут. Поспеши, у меня такое чувство, что я здесь не одна.